Всем привет, вы на канале Крипто Никора. Сегодня у меня для вас важное сообщение, это анонс акции от Космофонда, которую они опубликовали в своем твиттер-канале буквально на днях. Я уже опубликовал эти акции, часть из них в своем телеграм-чате, ссылку на чат я оставлю в описании под видео. И я решил все-таки собрать все эти акции воедино, сделать это все в едином ролике на ютубе, чтобы было гораздо проще ориентироваться, особенно это касается новичков. И первый конкурс, о котором пойдет речь, тут все достаточно просто, нужно только подписаться на твиттер-канал Космофонда, и тогда вы поучаствуете в розыгрыше 10 триллионов космотокенов, всего 20 победителей, то есть по 500 миллиардов космо на каждого человека. Второе, если на вашем твиттер-канале более 100 человек, сделайте ретвит последнего поста Космофонда, и среди 5 победителей разыграют 5 триллионов космо, то есть всего 5 победителей по 1 триллиону космо. Третье, подпишитесь на официальный чат Телеграма Космофонда, и среди победителей разыграют также 5 триллионов космо токенов. Четвертый конкурс уже поинтересней. Купите одну NFT хотя бы из любой доступной на текущий момент коллекции. На текущий момент у нас космо-маски, космо-жуки и космо-дудлы доступны. И примите участие в розыгрыше NFT из коллекции космо-маски стоимостью в один эфир. То есть у нас космо-маски на текущий момент можно купить только за эфириум. Остальные коллекции у нас можно купить за космо, либо за CUP. Это обойдется гораздо дешевле на текущий момент. То есть вы можете купить одного космо-дудла, одного космо-жука или одну космо-маску, и вы сможете поучаствовать в конкурсе и выиграть еще одну космо-маску. И еще важное уточнение по поводу этого конкурса, что на каждые 10 человек, которые поучаствуют в данной акции, будут разыгрываться по одной NFT на 10 человек. То есть если 10 человек купят там по одной космо-маске, либо там одному космо-жуку, либо космо-дудлу, то среди 10 человек разыграют одну космомаску. Если 50 человек, то 5 космомасок. Если 100 человек, то опять же 5 космомасок. И тут еще важное уточнение. Если вы купите NFT сразу из трех коллекций, либо купите сразу несколько NFT из одной коллекции, то вы свои шансы на победу увеличиваете. Пятый конкурс, который еще более интересный, на мой взгляд. При покупке NFT из коллекции космомаски в течение дня вы получаете 50% кэшбэк в космотокенах, которые вы можете вывести, либо потратить на покупку новых NFT из другой коллекции, либо дополнительных с их помощью заработать на фермах космосвап. То есть у нас космоск стоит 1 эфириум, вы покупаете космоску, в течение дня вам приходит кэшбэк на кошелек в космотокенах на 0,5 эфира, что круто. И шестой конкурс, он интересен уже, конечно, больше сетевикам, но, в принципе, в нем также может поучаствовать любой желающий. Если ваш лично приглашенный реферал купит NFT из коллекции Космо-маски, вы получаете бонус 10% стоимости NFT в токенах Космо. Все акции действительны до 8 августа 2021 года, и розыгрыши призов проведутся 9 августа, за исключением 5 и 6 акции, где кэшбэк возвращается в течение дня. То есть тут получается такая последовательность от самого простого к самому сложному, но что бы вы сейчас ни делали на платформе Космофонда, подписались на чат, на Twitter, совершили покупку NFT, либо купили космомаску, либо позвали рефералов, за все вы будете участвовать в какой-либо из этих акций, что очень круто. Что ж, на этом сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, включайте уведомления и до встречи в следующих видео. Всем пока!